Большая часть работы — искать худшее в людях. Оказалось, у меня это отлично получается. Ты частный детектив? Просто зарабатывай на жизнь. Знаешь, бухло стоит денег обычно. Джессика Джонс. Я видел тебя. Что ты хочешь узнать? Можешь ли ты пробить стену? Остановить едущую машину? Только если она едет медленно. Как я об этом узнал? Быть героем все равно, что ходить с мишенью на спине. Это я уже проходила. Что если есть такой же человек? Но его способность заставляет людей делать все, что он захочет. Джессика! Джессика! Вроде контроля сознания? Ты даже представить не можешь, что я наделала. Что он заставил меня сделать. Джесс! Его здесь нет! Он всегда здесь. Да? Вы хотите впустить меня внутрь? Конечно. Килгрейв ломает всех людей на своем пути. Он заставил меня прыгать часами так высоко, как могу. Он сказал, что я близко не так хороша, как ты. Он вернулся. Он пришел за мной. Давайте начнем сейчас. Нет! Джессика, я единственный, кто похож на тебя. Мы неизменны. О, Господи! Господь не делал этого. Это сделал дьявол. И я его найду. Ну же, Джессика. Не играйся со мной в героя. Джессика Джонс.